Теме безопасности на дорогах сегодня была посвящена очередная акция сотрудников дорожной полиции. Цель – обратить внимание водителей, насколько важно заблаговременно снижать скорость перед зеброй. Вновь в мероприятии приняли участие мурманские школьники. Чтобы наглядно продемонстрировать водителям последствия наездов на детей, они перебинтовали руки и в таком виде вручали автолюбителям памятки о важности соблюдения правил дорожного движения. Каждый год пешеходы составляют треть от всех жертв ДТП, а с начала года зарегистрировано 12 наездов на граждан, 6 из которых дети. Мероприятие состоялось в рамках операции «Притормози», которая стартовала 26 марта в Мурманской области. Дети будут переходить по пешеходному переходу по нерегулируемому проезжую часть в сопровождении в ту сторону, в другую сторону. Водители транспортных средств обязаны, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость и остановиться. Там памятки тут чтобы есть и водители не забывали о том, что нужно ехать, ездить осторожней. Следили на дороге. Не отвлекались.